Дай метку. Нет, Рецлин, не надо. Только не как обычно. Блять, надо было еще мувнуть типа пати нормально. Да бля, да бля. Да ну блять. Ну, я на пол через 5 секунд попробовать. Здорово. Здорово. Чё ты рано? Попыть. Чё? Почему рано-то? Ну ты написал, что сильнее опоздаешь. Где там хак? Блять, цель у меня поле действия сети. Пик. Кому там, блять, впадло трэш чистить одному? Давайте, липните на симка взять. А, как нужен? Он еще не. Нет. Не пришел, ему похуй. Есть. Еще не зашел. Не агрил, чтобы сделали рестелс. О, бабам. Сделали рестелс. Опа, идем, короче, качать персов. Фер рестел сделал, бля. Реально? Бабам. Блять, что он в последнее начал? Блять, опять из-за этого, типа, из-за... в кавычках нового контента, блять, или что? Почему в кавычках? Ну, в смысле, да, это кузня яма Гер, это, блять, никогда такого не было, и вот опять, да? Это онлайн большой просто. Типа целый... А, из-за онлайна? Ну, какой сейчас онлайн? 16 скинки! 16 тысяч долбоебов еще есть, кто не умеет. Не, ну, так, играющих это в эту игру. Это на 2. Там не на 2, ебанка. Что? На 2. Ну это ж показывает. Давайте, кстати, пока две роги, сразу весь трэш почистим. Ну тогда, да, да. Да, и с опера еще, правильно? Ну вообще да. Го, короче, сразу похуй. На X4 это, конечно, была ошибка, это, конечно, скорее всего, будет ошибка, но ничего. Ну да, 10 карт. Какая ошибка, я не понимаю. Ури слот освободит быстро. Да, вот Ури быстро слот освободит. В прошлый раз, когда мы пошли трех боссов и оперу, мы на опере закончили. Не знаю, блядь, в прошлый раз что-то вы с третьего пола убили, все, блядь, не про боссов. А как раз таки вот история, которую я тебе рассказал, это было до вот этого трех полов. Не знаю я, что вы там, блядь, вот это вот... А мы в Рике, знаешь, как это как повезет. Ты понимаешь, полчаса ебались на опере. Говорю, пошли дальше. Он говорит, не-не-не, давай еще чуть-чуть посидим. Проходит час. Я говорю, заебали. Не-не-не, сидим. 2.5 часа, идите нахуй. Да ладно, весело было. Охуеть, наверное. Как весело. Убить трех боссов за где-то полчаса. И 2.5 часа просидеть на опере. Ебай, как весело. Артём. Поставь автоспамер. Нет, я удалил. В смысле? Ну, он что-то много нагружал. Я отключил. Не а отключил. Их фрик там. Я просто решил удалить нахуй. Мне, кстати, ваш канал понравился. Появляет сообщение, проход за 140к, и первый же фрик, который отписал, пойду за 100. Ну... Ты его послал или как? Если этот фрик ничего был 260 и 20 тысяч ДПС, он умалчил, окей. Но он не ничего такой. Не писал. Да, блядь, нахуй мне вообще им отвечать что-то, если не пишут хуйню. Да, Майк, вообще, это нормальный человек, слышите? Я если каждому челу здесь отвечать буду, я с ума сойду. Если он про мейна, у него рога на мейне, типа.
А, ну тогда похуй, у нас рога пока топорик ходит, берет. Не знаю, может у него еще твин какой есть. Ну я напишу ему, если не найду никого. Не, на роге он, наверное, прошел эту. Это, наверное, для твина какого-то. Я не помню, Майбах, ты то ли с каких-то ноу-планов, типа что-то такое. Да не прошел он 246-й, блядь, куда он пройдет? Да. Ну не знаю. Ну я думаю, он все равно не выиграет того, кто поставил 200 тысяч за проходку. Так мы же на дальше ищем. Майбах, это же подпивас все тот, блядь, он же это вводит ГМХМ там, блядь. Ой, ГМ, побычку ГМ. Там подпивасный рейд, блядь. Ну хуй знает. Если бы Сиру сайт работал, я бы посмотрел. А стоп, может, VPN будет работать? Я что-то не подумал. То есть, работает? Я не могу, я пытаюсь посмотреть профиль чей-то, меня ничего не грузит. Не, у меня грузит пустую страницу Сируса. О! Типа, я могу зайти на Сирус, но как только я пытаюсь кого-то посмотреть, он... все. В плане кого-то посмотреть? Любого человека. В базе? Посмотреть. Да. Кликаю еще кабинет, погружается, понимаю. Личный кабинет у меня сразу загрузился. Ну, мне кажется, сейчас это должна проходка, ну, нормально так залетать, потому что, блядь, типа некому водить на проходку. Смотрим. Условно. 140, конечно, супер много, хз. Мне кажется, это как-то ёбнуто. Ну, хрен знает. Нормальная цена. Так нет, так сейчас в том, знаешь, что, в чем дело? Сейчас же некому водить. Ну, же... я понимаю, что типа нету вообще предложения. Да. Но... это те же экзальтеды, все сейчас поведут гильдии, все будут водить своих, типа. Или там, грубо говоря, первый статик или вообще второй надо, типа, будет фул людям. Не так уж много людей ходило в кару. Вот у Борланда у вас этот второй рейд есть, типа, проходка у всех? Там у всех есть, блядь. Там они тремя рейдами закрывают. А, ну да, то даже этот ходил, он, блядь, заходил в три рейда, помню. Ну и про кого? Про Гомеля, типа. Гомеля на два рейда только. А у Экзальтеда, кстати, нету. Я видел где-то их. Ну, Экзальт вроде два рейда только. Я видел где-то, они повели этих своих, типа, фулл рейд Экзальтедов и 15 полов на Малчу, типа. Всем привет, блядь. Алло, самолет? Или на сервер бы зайти, блин. Ну. Да, сейчас... Так заходите. Пусти, блядь. Ну, конечно, если Сиру сейчас... Я спрашиваю, потому что меня пустил. Я же не знаю, вас пустил. Да бабахает, блин, этот фреш-серв, это, блядь, вообще будет бред, нахуй, полностью. Откуда инфа, что он это сделает? Ну, не знаю, я читал там на форуме все ноё, типа, давайте, блядь, фреш-сервер, нахуй. Ну, а, про фреш-сервер, наверное, потому что они так всегда делают. Ну, и говно. Не, еще рановато для всего. Да, обычно после этого целка ХМа, типа. Надо этот ШМ продавать. Да, еще рано, еще даже не стартанули ШМ. ШМ, воли попродавать. ВХ желательно... еще можно. Чешки попродавать. Да, ВХ не такая популярная, по-моему. Для покупочки. Так, кто хочет подкисать на трэш пока что? Из Хакуа, Плюриона. Короче, выдавать произвольц. Да, Хаку пускай подкисает. Хаку все профи настраивают. Пусть нам вар дает крит и дамажит, блядь, много. Ну. То есть Хаку подкисает, да? Да. Ок. Так, еще у нас надо шаманщиков по разным почкам. Если ты саманул, пошли саманить. Бля, меня еще даже не запустило. Next. Ой, ебаный рот. Я сразу оттуда выйду, пожалуй. Меня убило. Пизду, блядь. 6. Ну ладно, ладно, хорошо, давай. Давай, я в бабле, если еще постою. Только быстрее, блядь. Туши, давай мне дай ПС-ку, я не знаю, быстрее кастану. ПС-ка реально быстрее. Под ПС-кой быстрее профы делаются. Ну профы это, а вот камень вряд ли. Знаешь, где профы будут быстрее делаться? На арене. На нахуй веером. В
Слышишь? На арене? Блять. Да. Там, наверное, нельзя делать ничего, просто профи. В смысле, я камни крафтил там. А. Там это же делали моментально, типа. Ну, ты моментально садишься на маунт. Надо еще гастелло сумануть. Вышли 7 градусов. И это... А что это за твины такие? Что это за хуйня? Че, это махпал. Ну какая тиранец, кто-то хилить будет? На ребенке похуй, он уж похилили. Ну, блять, ты считаешь, что махпал хуёво одет или что? Угу. Да. Я считаю, да. Блять. Вот это предъява, блять. Ну не настолько же хуёво, ну нормально одет. Ну под пивас пойдет. Блять, используешь, блядь, твой персонаж 100%, блядь. Какой не у меня всего здесь БК. Нормальный персонаж есть, которого можно использовать на 100%. Но ты, блядь, подпивать, блядь, блядь, вот это вот, нахуй. Под пивком, блядь. Не, нахуй, я в рейды с подпивасами не хожу, я пошел. Нет, уходи, пожалуйста. Качаться пойдешь? Так а как ты будешь ходить в рейды, если ты с подпиваска не ходишь? Иди пуляй, давай. А вон там в Гомеле, блядь, есть, мне нам предлагали. Как ты подпивас, как ты в рейд попадешь без подпиваса? Не знаю, не знаю. Голд нашел, когда у вас рейд. Открой нахуй полую лавину, нахуй, вдвое. Блядь, ты ёбнутый, тебе ж пизды дадут, ты ж слабый. Ну если ты прохил... Так я чё, я? Блядь, ебаные темы, сука, шаманы! Стоят. Куда ты, блядь, меня лосаешь? Чел, блядь. Ты, сука, за стену вот, сука, заходишь. Нахуй. Потому что, блядь... Ты пиво. Стена. Ты, блядь, за стену заходишь. Нахуй ты это делаешь, блядь? Смысле, я, сука, три света небес проебал. Меня фиром туда выкинул. Чел, блядь. Каким фиром, блядь? Ты сначала забежал ко мне в комнату? Ко мне в отделение, блядь, забежал, дурки. В отделение, здравствуй. Сука. Просто ДЦ дает, блядь, зубки, хуйня пилоди. Хорошо, блядь, хорошо, ладно. Сейчас, блядь, наныли. Так, блядь, это что за кони? Пойду выйду себе. Кто рестелс? Конь, блядь? Пойду рестелс. Я не ебу, я, блядь, подошел, смотрю, мне пиздили кони. Может быть, коны? Коны? Да я не, же ходи, дам же рестелс сделай. Это же гига идея. Блядь, чё, кого тебе тема не поставил? Плата здесь нет, просто еще. Иди, чего проход вы хотят делать? А чё вы делите, где бары, напомните? А вот фурит где, блядь? Смотрю, 3 икса. Дед шутит над дедом. Ну, иди, пожалуйста, чё, барбачка, сюда, блин, здесь лучше видеть. Угу. Чё, чал, блядь, что меня этот вот... Да я не хочу подходить к тебе близко, чтобы фир не ловить. Ты зашел за балку ебаную, я проебал в тебя пару хилок. Потом тебя фиром, ко мне выкинуло, я начал тебя хилить, и ты обратно, блядь, за балку забежал. Я думал, ты там уже. Так я наоборот, блядь, не там был. А вот он потом как-нибудь будет не об этот ВВК. Можно будет как-нибудь когда-нибудь. На этой неделе. А, с Хаку с нами место будет. Так поменяй местами, блядь. А, Хаку в данже? Да, будет, блядь, не в сети. Ёбаный, блядь, вот. Hello. ББ. Хаку, хватит что бегать ББ? Мертвым. А, Гастел еще уебут, вон тогда будет ББ. Коня играем, ладно, пожалуйста. По трэшу играем, дамажим. Килим. Сука, антифир тотемы, блядь. Где? Да стоит, блядь. Стоит, дебил. Не понимаешь, что они работают, дебил, блядь. Нет. Вот и база, блядь. Ну коней пропуджите, мужики, ебаный вот, бля. Я пуджи не ебим. Масава, браза, лучше. Я просто вижу 4 стака, поэтому и как бы предъяву вкидываю в чатик.
Да, ты не вкидывай нахуй. Ярость бича. Классный бог. Ну чё, Ёша, будем это, Алконфела пародировать в АУЕ билдах, босса убить. Ну погнали Мороза, блядь, в АУЕ билде. Сделали это? Серок. Да, 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 так пуляю, так если ты пулишь, я не в бою. Ну там хаку ресните. Да ресали его. Нахер надо. Главное добить всех мобов, а потом пулить следующих, и всё. Да меня смущает то, что он, блядь, трупом, блядь, двигается по комнатам. Да, бля. Хочу тотем. Меня тотем точно не сдал. 3 секунды бегу. Ну а чик 5. Почему точно? Ой-ка! 5. Говно тотем. В смысле? Долго. Ладно, отведи от стены, блядь. Или ты специально? Он специально. Ты специально? А его не снесет? Ну если Безер не прохилит. Был бы ДЦ, не снесло бы, блядь, сейчас. Да, блядь, как... Раз, нахуй, и всё, блядь. Причём тут вообще ДЦ? Меня пидоры ебаные убили, нахуй. 10 мобов, а потом говоришь про ДЦ. Ну его, блядь, шотнуло, ну сори, блядь. Шотнуло, нихуя, блядь, мне дало. 3% от ДЦ точно тебя бы спасло. Блядь, я говорю, зубы. Какие новые зубы, блядь, ты умер. Ты умер, блядь, пока я кастовал свет небес. Ну, закончился зубы, ну да. Я все в спам, я просто спамлю его, блядь. 1 и 2 я кастую, блядь. Тебя зубы же не спасут. Того, что тебя не будет никто хилить, потому что фирусы. Мы не в нас интусей, блядь. Так кто, если один конь, который кидает фир? А я даже не точно так же бью, надо было что сказать. Бля, давайте без клоу надо. Да ладно, понятно. Я буду так с его играть. Окей. Дай, пожалуйста, тремор тут прям сейчас. Коня надо и будет убить. Тут нету фирового коня. Коня просто быстро не получится, у него хп очень много. Хули у вас там подземелье заполнено? Ну, ваш как? Ну, вот так получается. Не то там пизды дали, 20 челов нахуй тут стояли, мы тебя ебали. Бил, блядь. Блять, нас бы хотя бы подождал, сука. Ладно. Зря Артём какие тапки. Да, Леш. У меня такие есть. В банке. Я просто привык вчера с сингом, блять, по этот вот... По ППшечкам бегать флаточками. Ну не спишь, блядь, на пизды. Ну сори, блять, тебя нахуй сносит за секунду, блять. Ну что? Блядь, был бы шилдик там, блядь, да. А, шилдик, блядь, КД на нем было бы. На этом шилдике. ДЦ бы тебя поднимал. Получается, доля виноват, то что. Да. Предложил. Пойти покачаться. Долю брать на этих, на оперу. Хистерия пушка нужна. А, ему нужна? Он же сказал, что он выбил. Ну, у него же есть. Рус выбитая пушка, да-да. А в ЦЛК что-нибудь есть? А, серия нужна, да. ЦЛК? Конечно, есть. Что? С лича только или что? Или пораньше? Блин, важно. С лича. Ну чё, кто вы тут... Знаешь, выбитая... нам придется ждать Геру. Да-да-да. Давайте.
Рыбу давайте поставим. Так, а чё мы с коня не это? Ну мы все пропортили. Так, хаку где? Хак-хаку, если не тут, мы то... Потом ой, мы без Гера будем бить тогда. Ой, заходи. Проще прочистить фулл трэш, типа, и до оперы, блядь, и всех четырех боссов сразу сходу убить. Где? У нас пока два роги, типа, они хорошо уешат, и сейчас быстрее нам надо, что потом свечить. А потом ну, бегать по боссу. Я вторым спеком, типа, мне похуй, я могу спекаться после каждого босса. Где пойдем будем чистить? Сейчас залы где? Встаньте только вон туда, там где сейчас синг стоит. Сколько пачек? Да. Меня убило. Там полторы. Сука. А, блядь, нахуй стерию закинул, наверное, он стоит там АФК. Хорош. Блядь, не стесняйся. Похуй, плюс похуй. Блядь, дальше. Класс. Он с наплодка откатился. Перестелся. Всех так же так ты в бою будет, может, не? А вот этих добить просто. Так добить их быстрее, реально. Добейте вот моба 150 тысяч, блять, я не буду дамажить его. А, халява, сюда Аристелос. Блять. Самое прикольное, я короче кипил моба, а ты в ту же секунду даешь туда шифе. Это твой дай циклон. Ты меня сейчас хейтера убил. Не надо убивать его, он с рыбой, блядь. Просто поконтролить. Давай, это я понимаю, мы все хейтеры и так далее. Но, да, дедушка. Нет, мы тут все хейтеры, блядь. К вам пенсионный фонд приедет. Его заморозим, блядь. А, эфир! Я уже не флешбэк. Это я это уже видел. О, это мой, я того убил. Давайте. Там рыба есть, Фурион, если ты не в бою, то можешь тирову быстро поесть. Где трэш, блядь? Ничего. Вы медленные, конечно. Ну, ты уже побыстрел, блядь, там на конях, блядь, сдох три раза. Хорош. Зайди за. Это те самые легендарные засейвить 0-0 одну секунду? Да. Те самые. Блин, засейвить 0-0 одну секунду, это классика. Ай, что? Кучка! 200 хп! Куда ты делся, блядь? Крит, моба. Next пачку, да. Да теперь ебало, конечно. У меня бой. Ебой. Потряси свою кубой, блядь. Вот этот чел Майбах написал, что покупается. Сколько? 140? Да. Я предлагаю кинуть нахуй Марусада и... Давай, пацан. Я что, пацан посмотрел, то что его все игнорят. Такой, ну, блядь, такие. О, все, ну пока что нигде не купишь. Либо Экзов иди за 150. Так он рога. Две роги очень грустно. Золото даже, наверное, не это не продают. Продают. О, они написали, что в очередь поставят, но не за 150. И, ну, типа. А мы за сколько? За 140. Если это чело очень нравится. Ну не, ну типа. Знаешь, как бы я чуть-чуть дешевле сделал, потому что, типа, ну, они все-таки их золото топ-1 гильдия, а мы все же подпиласы.
Ну, Горланд с тобой сейчас вот обидно было. Обидно, блядь. Согласен. Горланд главный подпивас здесь. Горланд настолько подпивас, что он в топ-1 гильдии его туда в статике не берут. Не, кстати, я узнаю об этом. Не, в смысле, мне предложили, блядь, статик. А, так получается ты... Первый причем. Дядя, все равно подпивас. Он срывает на 3 раза. Не, ну ладно, если у тебя есть ребенок, значит ты подпивас. Блин, ладно. Это просто как правило. Фак. Ты пиво пьешь? Ну, иногда. Ну вот, вопрос. Пивной живот есть? Да вот даже Борланд еле держится на ногах. Пивас, бля, бан. Клоун, блядь. Ты этот привел смородочку? Там еще сейчас приведу. А мы можем выйти поднять? Давайте лучше поднимемся, там проще. Я там еще с этого майнпачку там еще есть. Этот ДЦ нужен, ебаный! Как же не хватает пиздец ДЦ. Да не, ну тут-то, блядь, хватает. ДЦ нужен, знаешь, когда ты бьешь коней, блядь, поворачивается спиной на вы, туда летят зубы, блядь. Вот тогда, когда нужен ДЦ. А потом 3 минуты ты не можешь так делать. Блядь, потом, что ты нихуя не привел вообще, блядь, Алло, я ж сказал! Он сказал. Школьник. Так он сказал, блядь, типа, стойте снизу, сейчас приведу. Пошли вниз, такой, блядь, давай веди нахуй нормальную пачку, блядь, лобов. Что ты привёл, блядь? Ёбаные фрики. Ёбаная мать. Я вообще разговариваю. Не говори бойс, реально. Я веду. Да, блядь, ведите там больше, на что вы, блядь, привели, нахуй? Только не ведите там с угла, справа не надо вести. Жалко, Саву сейчас умрет. Он пишет, блядь. Кто водитель-то, блядь? Водитель. Пьяное сокрушение черта. Смотрите, чем вы убило. Смотри, за то сколько привел. Это я. Это все, кого ты привел, отпулились. Сейчас еще раз приведу, блядь. Да не надо. Пьяное черепа, блядь. Пьяное сокрушение черепа. Ой, блядь. Вот это реально подпивас. В рамочку закиньте. О, на опере будем максимальный разгон по трешу брать. Он там трэш стоит, бьет. Зайдите чуть-чуть за угол там. Мне кажется, тебе надо зайти все-таки, да? Не. Они на тебе были. Блять, моб на мне. Надеюсь, не сдохну. О, моб не на мне. Давай, иди, мокс. Вот бы еще таких 3 роги. Че, катя, ты Сейчас приведу, ждите. Пошли сверху убить уже, Да ты, блин, задолбал, то веди, то сверху. Пошли сверху. Жигила. Ну вон, розыча, давайте все сюда. Нахуй справа с угла приведи, блядь. Баронесса, барона нет, можно бить. Да, потом. Ну, да, блядь, какая разница, мы с любым паком убиваем. Не, просто барона, проще скипнуть, типа, зачем бить? Проще убить? Нет, мы скипаем. Проще скипнуть. Зачем тебе долбить лишние 2 ляма хп, долбоёб? Так не я ж долблю. Ты хилишь лишние 2 ляма, пока мы долбим. Нет. Я в ты не хилишь? Ну всё, на углю хилит. Я крепко. Я кидаю абсурд. Сколько на это? И опера там есть. Тут тогда встанете на входе, я привык. Да, Яша, может он играет в этом спеке, потому что ебать коварный удар, иногда 3 комбо-поинта дает, нихуя имба. Нормально, да, блин? 2 пачки можно вести прям хорошо. Ну реально же имба, блин, смотри. Веди, да, кастую око киллрога. От имба. А где? Че я в бою? Да вот тут вот 2 пачки прям сверху. Потому что пока... А я в бою. О, я не в бою. Там дохуя. Мало, синк, еще надо вести. Мало. 2 пачки ты попросил, я мало, привел. Мало,
мало, надо еще. Нормально, там шизик. Да ведь не видишь. Мало. Ты не видишь. На, блядь. Кому ебало поломать? У меня деда огненный шок. Лава бурс. Ты что, дурачок? Блядь, не малыши. Я веду. Не надо, всё. Шоколаде за что, блядь? Я уже веду. По-дружески. Я привёл. Следи, может, еще не следи, ой. А девочку. Ой! Аж... Ой! А я на пол успел скинуть следующий. Ну там фулл хп. Там фулл хп было у него. Так щиточек был бы, не сдох бы. Реально, блядь. Так днём бы схуярит каждую секунду, блядь, по 2К. Каким? У меня 0 урона вообще. Я вижу входящий урон, у меня ничего там нету. Мы со спиной стоим, долбоёб. Иди сделай. Так сделай легче наверху уже стоять, наверное. Да проще здесь. И вон ту пачку ещё, да. Не, это я не сагрю. Из девочки. Да, прям до конца доделай. Привет, рестелс! Все нормально. Сейчас какой-то контроль от Цукуба её убьёт. А вы просто их не бейте, все. Ой, там моба, это... Да, именно этого. Да, конечно, два роги хорошо ебашу, да? Тут еще Сурвича, блядь, вместо какого-нибудь Лема, да? И совы. Да лучше просто руку потыкать. Один вар, один пал, ТТК и мы миллион рог. Лема, два, блядь, тотем поставлю, блядь. Не могу, потому что сзади пачка бежит, блядь. Один моб тебя шотнул, Яша. Только они бегут, ложи по них хуже. Один, блядь, один моб прибежал. Блядь, моб, который уменьшает урон. Мы сейчас этих мобов будем всю жизнь долбить, боже. Ты отойди подальше, блядь, кто там принёс? А, ну давай это, иду нахуй. Давай, парни, давай. Ебаная клоуна, да? Да вы ещё клоуна не видели, блядь. А есть конкубины здесь? Да, вон. Да, тут вся пачка. Не бейте их просто. Я избиваю именно конкубину. Да, в смысле, не бейте. Ну их не бить, они на 30% начинают только задавать эти контроли. Меня собака грызла и грызет. О, а, типа таргета по всем мобам играть или что? Ой, блядь! Видите, блядь. Вам пизда. Тут ни одной на 30% нет. Ха-ха, толкнул ближе к Си. Спасибо, Мразо. Сейчас не вернуться, я их поднапрыгну. Я моба одного застанил. О, мне не мату кинули, молчу. Ну и молчи. О, хорошо. Всё там, с девы больше нет? Нет. Хорошо, тогда идём на... Я с оперу притащу сюда. Предлагаю оперу первую, ёбный парень, блядь. Ага. Ерунди. Го. О, а реально, чё вы, блядь, нахуй, вошли, блядь. У нас Эмиль Хаку, блядь, лагает, может, он не зайдёт. У него чё-то хуёво. Написал что-то? Ну, он скинул картинку, где у него 12 тысяч пинга. Сейчас он из Диса вышел. Забивай, я приду. Ну, в целом, я говорю, мы можем взять просто... Да, 3 милика сюда. Там важно. Ладно, не намолчи, 3 милика. Какие 3-4? Что? Это танк не считает. Тесера, Яша, Реслин, Уриона. Уриона не считается, блин, нет. Нихуя, это чё, блядь? Тебя наверх гриф получил? Да. Карикатура. Я такой, значит, просто сел водички, блядь, попить ману, восстановить хуякс, такой думаю, чё за хуйня? Бесплатный транспорт. Пизда! Не убей! Не убей меня! Туалет, скажешь. Я почти убил скелет. Это экспресс-телепортация, блин. Что значит экспресс-телепортация? Быстро. По сочетанию странное. Ну, смотри, вот.
У мага не экспресс, он сид кастует там. Экспресс класс. Да, экспресс он не кастовал бы. Ебут. Нас ебут, мы крепчаем. Нет, я не терпила, иди нахуй. А, моб перяк. Не успели чуть. Да, идешь. Эй, я. А там еще конкубина одна. Там одна конкубина. Где? Вон. Сразу да, бабу. Это за нахуй хуйня. Где? Мы обойти не можем ее? Нет. Понял. Ну ты выйдел, значит. Бэт-то хуёвый на синге. Так, а нахуй мы вот этих ледяных скелетов убили? Потому что на оперу идем? Потом. Мы на оперу первый идем. Слышь, как в Т5 настакивают скобы поезд. Я говорю, там же этот в мультике. Я не знаю, блядь, сам часть судьбы или как она? Да, да, вот. Не, ну это просто бессмысленно, как минимум ее нет в проходке. Так поэтому и надо первое убить. Кому-то нужна опера вообще? Да, клоуны ебучие, вы сами ходили, блядь, первые на оперу, расскажите нахуй. Кому? Что-то начнется, долбежка на 3 часа, и ни оперу не убили никого, блядь. Ну реально, пошли бы лучше. Сейчас будет накрутка ДПС. Трэш убьем, потом придем. Все обязательно хорошо будет. Мы если умрем, то ну не повезло. Блядь, а на пол кончился. У меня каждый верх, кстати, очень сильно лагает. Ты же самый пиздец. 100 тысяч депс. Я умер. Баба, я умер. Дайте сейв, Боб. Дайте Боб, пожалуйста. Спасибо. Вон, Лема 40к было. Так, все, продолжай напуливать. Напультесь, не бейте меня. Я в гробнице стою. Ну-ка. Так весь на пол в гробницу ушел. К маме в гости. Да. Это хоть на трэше можно синга передамажить. Ура! Помогите! Хватит! Куда сюда? Стыки, блядь. Я напуливаю. Блять, на пул, сука, это ебаные скелеты, которые просто хуярят всех, потому что... Карусель. Это ДК, они гриппают. Кто-то мегасинг бегает. Давай я блайн кину, моба. Тактическая. На нахуй. Блять, все кончится. Дал стан. Так, я нажал эвейжн, блять, надеюсь, не сдохну. Забейте моба, к тому похуй на всех. В вечном стане стоит. Да хватит! Спрячься за мою спину. Дрявая какая-то она. На нахуй 3 кп. 3 кп! Если повезет, то это реально 3 кп. Нее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 ee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 e
Типа, я ему в DC отписал, он пока что умер. Керсон, блядь, все, умер. Все, вы качнули, блядь, там свои эти? Они там уже какие там, 70-е, наверное, если не больше. Не-не-не, я про этот. А, репы? Да. Куда вы выпрыгнул, блядь? А мы чё, куда идем? Да я свой. Идем на меня, блядь, этот. Можно убить Мороза без хавка, ему там. Давайте Морозу, наверное. Я хотел еще этого посмотреть, если почистить. Да там трэш говна. Нет, нет, там много. Так, ладно, хаку в дискорд зашел. Там трэш, для которого АОЕ рога не сильно нужен, забей. Че, коня, да? А я, если что, один спекнусь. Так, хаку зашел в дискорд. Ну. Если хаку. Можно просто Мороза без хаку убить. Потому что с хаку так кольцо нужно с коня. А, ну тогда пойдемте Морозу че. А, с Морозом ему ничего не нужно, мы вот сейчас убьем вот такой толпой дебилов.
Заходи на ДЦ. Я уже. Чётко, да. Гарстелла будет на шамане? Да, да. Ну, похуй, блядь. Какая хуй разница, честно? 4-4 РШМ, ну, блядь. Он на оперу зайдет на этого. На хпал, да. И все. Может, еще на рано, если будет грустно. И на Гарстелла не надо этот... А, он что есть. Бля, ладно, я смотрю, начинаются подпиласники, вот эта хуйня. Согласен. Гастелла напала. Ну, посмотрим, если ты сейчас пройдешь. Ну, с Рошамом в теории должно быть легче. Не, без рофлов, но... С Рошамом легче, да. Не, ну, без шуток, с Рошамом легче. Копыта, вот, может быть, остальное... Я Блядь. Рошам, парни, ну, блядь. Вот я не прохили, скажу. У меня нас доля здесь прохили, вот в Рошаме, он, блядь, ну... Прошли. У нас, если что, типа, мы копыта прохиливали, когда у нас чоколадь на РШАМе был. С колоком Джетса, блядь, еще с чем-то там. Т8. Да, у нас Т8 РШАМ прохиливает. Тут скорее у нас... Суть в том, что у нас хороший этот, блядь. Дальше шкафа есть. То есть суть в том, что мы там... ДЦ есть. Ну давайте не спорить. Дай лизерку. Хаку все хуёво, как он пишет. Печально. Блять. Ну пока так. У Леона на АП кричи, кстати, да. Реслинг, можешь, да. Можешь кикнуть этих, блять, кто. Эйю и Хаку кикнуть. Там ебаный Вуду багается. Рыба сзади стоит, кстати, да. Дай, кстати, мне трей. Че? Вон. Хуем. Солидно. Геру давать потом на морозе. Так, кому мне АП давать? Сразу оставим. А ДДшником? Коня, может. Да похуй на коня. Лучше а здесь... на морозе не похуй, типа. Ну, раньше откатится к деве. Чем раньше дадим, тем раньше кдшится. Никит. Чё? Геру давать? Даем, да. Всегда, даем везде. Джус есть? Я поставлю. Найти его надо, блядь. В поиске пишет Дживз. Блядь, так и сделал. Дживз нашел. Ну да, типа фаст. Арчея по упаду. Кого бьем? Метки там найти, не нужно кому-то. Вся линзерка. Баронесса только. Баронесса хуй. ДБМ пул дальше. Ой, стоп, а Хаку сейчас кто вместо него первым, типа? А? Ты первый, Яша второй, Реслин третий. Понял. Это где? Это справа. Справа. Там, где я сейчас стою. Баронесса, все, да? Так, в Ориона на пол я пошел. 3, 2, а ну ладно, ты барон, ты морозы ходишь сразу. Подожди, блять, я сейчас вспоминаю нахуй, чем хились. Ебаный хапал. Танцы справа. Яша, готовься направо. Следующий ты. Ой, тут же триксы надо, можно нажимать друг друга, блин. Закрывайте справа. Право. Бежит. Running in the 19th. Дай на морозы еще, да? А Реслин направо выходи. Я справа закрою, если что. Кабана, Реслинчик, я рыбу съем. А ты зачем рубаешь? Потому что стаки. Лучше, конечно, пудинг на хаосе. А какой? В смысле, какие стаки? На боссе стаки. Справа, справа. Я бегу. Если ты жрешь что-нибудь, то с него снимается. О, я в воздухе танцую. Я говорил. Шоколад есть направо у тебя? Клешилось? У меня да. Все, справа закрыл. Лево,
Больше. Там просто водится ты, думаю, что вон что. Вот слева. Там два кабана. Через сколько фаза? Да. Минута. У моей шеи, совы шея свернулась, сука. Смотрите, на бок голова, блядь. Налево кто? Есть кто налево? Мелик какой-то, кто он первый бегал. Яша первый бегал. Яша налево. Слева так. Много будет так. Бам. Ухуй. Бам. Файт. Налево кто? Кто-то выбегите, похуй. Справа. Бежит следующий. Блядь, нахера. Сколько это фазы? Это последние были. Может, а у вас там есть кто-то слева? Все, последние. Последние были. А я на пол отдал, блин. Ничего, все. Вот одна ты дал. Пол. Дизарм. Боже, блин, сейчас дам стрельчусь. Сбери улич. БР. У меня нарисовано 100% игра. Морлон забери. Фрики. Наверное, блядь. Я не ебу, мне нарисовано 100% игра, я не парюсь. Блядь, да, нормально. Чё-то проебался по таймеру, но... 20 ничего. Скажи, ну, я не всегда макс рейндж удержу. 15 еще. У вас есть кому выйти все три города? Я могу выйти. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, айсбаун, нажми тут, 2, 1, пул. Пул? Ебан. Пул, парни. Блин, босса. Череда. И по мяча. Давай, Шива. Я Макс раньше, пожалуй, возьму здесь. Яше повезло, что Шива было. В смысле он... повезло? Ну вот, он фрик, он должен был отбежать. Ему повезло, что есть... Нихуя себе оно и существует. Прохиливайте там. Да, это... Где? Че, кто существует? Пушка? Дробяшка, блядь. Да. Да. О, это же дробяшка на трансмог. Пару раз упала. Это третья, если че. Вообще... Блядь. Что, блядь, не так, да? На коня идем или куда? Угу. Так, это я себе забираю. Вот это залуп надо кому? А почему вы с Гастелло не родили? Нет, потому что, блять, он твинк, а я нет. Потому что у меня на хэпале есть тот скет, маска. Так, да. Я бы Гастелло отдал. Нет, конечно, да, был бы тоже пизда. Гастелло король. Килю я, отъебись.
Надо это залуп кому? Нет. Ах, сись, да, слушай, ну, кстати, Эршаром тоже хилить, пизда, так. Удобно. О. Реально, у нас интуиция совсем его поставили. Дробяшку не ролил. Чем? Что это за консул-лут такой? Бунт? Твой это обычно блюдо идет. Кирилл 2.0. Это как ШМ собираем Ринда. Дробяшку с Мороза забирает он консул-лутом. Шабана вообще не ролит. Ща мозги свой въебу нахуй на этом боссе. С двух ног, блять. Готовь 10 золотых. На починку Тимы. Давайте убивать босса. Вообще, блять, вот так хотел. Карты там с ними меточку заняли. Какую меточку, блять, похуй. Может, на самом деле не так. Ну просто типа, у нас был случай, но.